Здравствуйте, девчата! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем провязывать такие петли. Вот посмотрите, обратите внимание на этот символ. Если раньше мы с вами провязывали с наклонами влево или вправо, то вот этот символ, он называется 3 лицевые петли, провязанные вместе без всяких наклонов. И провязывается она следующим образом. Так как мы провязываем 3 лицевые петли, ну, первую кромочную я снимаю, то первые две мы должны поменять местами. Мы первую и вторую петли снимаем и разворачиваем таким образом, ну, меняем их местами, чтобы вторая петля была сверху. То есть все, мы как бы их вот просто сняли, развернули, то есть у нас получается теперь, так как мы вот так вот будем вязать, то есть мы будем спицу в третью петлю вводить, вот так, то получается у нас вторая петля стала как бы сверху, стала первой. А первая петля стала второй. Видите? Провяжем эти петли, чтобы понять принцип. Вот у нас первая, вторая, третья. Мы сейчас с вами будем вот эти две менять местами. Вот это будет первой, а вот первая станет второй. Посмотрите, как это происходит. Правую спицу мы вводим вот с этой стороны, не спереди, а как бы сзади. И снимаем их. И тем самым у нас получается, что когда мы будем сейчас вводить вот эту правую спицу в третью петлю, то она у нас получается, вот как я вам говорила, вот эта вторая петля, она сверху. И что мы делаем? Мы провязываем третью петлю лицевой, снимаем ее и протягиваем через эти две петли, продолжая как бы провязывать. Вот таким вот образом. Все, мы провязали и сняли. И вот посмотрите, что у нас получилось. Во-первых, схематично на иллюстрации посмотрите. И посмотрите, как у нас вот на полотне выглядят эти три петли, провязанные вместе, лицевой. Получается, у нее нет никакого наклона. Она как бы сверху, вот эта центральная петля, и эти две по бокам. Давайте еще раз посмотрим. Правую ввели. Сняли. Теперь мы за третьей идем, провязываем ее, снимаем и довязываем через две петли, протягивая рабочую нить. Все. Вот у нас получилось, что мы провязали три петли лицевой вместе, без всяких наклонов. Обратите внимание, как это выглядит на полотне. А с изнаночной стороны? Ну, с изнаночной, обычные изнаночные петли. Трех получается одна петля, вот одна и вот одна. А было 3 здесь и было 3 здесь. То есть из 6 петель мы получили 2. Снимаем, вводим, провязываем, снимаем и заканчиваем провязывание 3 петель таким вот образом. Вот так провязали мы с вами этот символ. Это мы провязали с вами лицевой, а как изнаночный провязать, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот как обозначается это символически, эта петля. А провязывается она вот так. Кромочную я снимаю. Провязывать мы должны 3 петли. Для этого мы вторую и третью должны тоже поменять местами. Первую мы просто снимаем. Вторую и третью снимаем и переворачиваем, перенеся их на левую спицу обратно. Первую тоже обратно. Рабочую нить мы заводим сверху, так как это изнаночная петля. И обратите внимание, что вот эта вторая стала третьей петлей, а третья стала второй петлей. То есть они немножечко развернуты теперь, поменены местами. И провязываем, все три петли обычной изнаночной петлей, выводя рабочую нить через все три петли и сбрасывая ее с левой спицы. Немножечко сложновато покажется, может быть, кто первый раз это делает. Но тем не менее, если ниточки достаточно эластичные, то трудностей никаких не должно возникнуть. Смотрим, как я это делаю еще раз. Сбрасываем первую, вторую, третью. Вот именно таким способом подхватываем, девочки. Вот здесь вот снизу вверх снимаем. Вот таким вот образом. Переворачиваем, перенеся
эти две петли, поменяв их местами. Третью тоже заводим назад, рабочую ниточку заводим сверху и провязываем все три петли изнаночной петлей. Провязали. И вот обратите внимание, что у этого провяза, у этой петли нету наклона. То есть вот эта верхняя петля из всех трех петель, она сверху, а две вспомогательные петли, ну, из этих трех, они как бы по бокам, с левой и с правой стороны. А у этой петли нет никакого наклона. Давайте еще раз провяжем. Сняли. Поменяли местами, перевернув их. Третью вернули на место. Ниточку рабочую завели. Правой спицей мы подхватываем все три петли и провязываем изнаночной петлей. И скидываем с левой спицы. Все, три петли провязаны изнаночной вместе. Вот таким образом вяжется этот символ. Вот, девочки, мы с вами провязали достаточно необходимое количество петель для того, чтобы связать очень красивый, но и тем не менее не самый сложный узор, который я покажу в следующем видео. Для этого приготовьте опыт провязывания вот этих вот петелечек, которые вот мы с вами прошли в этих коротеньких видео. И следующий мастер-класс будет по провязыванию узора, состоящий из каких-то рапортов, схему которого я тоже вам покажу. Следующий мастер-класс у нас будет по провязыванию ажура. Все, всем удачи, всем пока!